хороша, помогите мне его найти. Я Даша путешественница, а это мой друг Башмачок. И мы поможем тебе узнать о самом лучшем предмете в мире. Но для начала... Дамы и господа, а сейчас мы на минуточку перенесемся в страну любви. Аминцитку в орбе, этот секрет. Шика ухо, заинтра. Супеля мяшти, до фетты фетты. Фетты ли кокетты, но май бода туда. Супеля мяшти, шти. А теперь рассмотрим политические отношения между странами. Всего-то одну лекцию. Добрый день. Тема нашего сегодняшнего урока плавно пересекается с темой второго занятия. Записываем тему. Теория гетерогенных гомогенных реакций гидроксида бериллия. Так, подождите. А где химия, наука о веществах? Таблицу Менделеева придумал Менделеев. Где сера плюс водород равно сероводород? Это было на первом занятии. Это третье? Так, ребят, кто сделал домашнее задание? Ничего себе, может вы еще и диплом помочь писать? Я придумала сыворотку Стасии Михай. Выбиваешь ее и придумываешь любую рифму на любое слово. Ну, давайте посмотрим. Я сейчас выпью, а вы называетесь. Меня. Тебя. Меня. Ноги. Закончилось действие. Ой, фигня. Готов представить вам сыворотку очевидности в музыкальной сфере. Бьешь ее и говоришь очевидные вещи. А для кого она предназначена? Ее у меня берут студенты ФИИ. Давайте попробуем. Заливаем очевидей. Почему же так темно? Просто я закрыл глаза. Очевидно? Очевидно, очевидно. Продолжим. Если ты выдернешь волосы, ты мне ставишь глаза. Увеличиваем дозу. Я на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше. Тройная доза. Когда идет дождь, дороги мокнут. Ну и наконец передозировка. Снег растаявший, утром вода. Но от передозировки возможны и побочные эффекты. Разучился считать до ста. Ну молодец, Сан. Да, дай... чтобы я еще раз лекцию прогулял, да, не-не-не. Извините, можно выйти? Иди. Парень, ты рискуешь.
Ребят, просто запомните, что гетерогенные и гомогенные реакции связаны между собой ковалентной связью. Жалко? Что жалко? Парни, который вышел, жалко. Так Чепаксин станет. Ты учишься в Кустанайском государственном педагогическом институте, и списать на экзамене у тебя не получится. Вызов принят. Физмат так надышался паром у химиков, что у них произошел сбой системы. Что у них произошел сбой системы. Tonight.